Ой, кошмар, не знаю, я очень редко пользуюсь. Вот сегодня пошла, я, наверное, умру сейчас. Вот дошла уже до пика, теперь мне надо вниз идти столько же. Тяжело. А что сказать? А как вы думаете, вообще фуникулер в городе нужен? Как очень нужен. Как транспорт? Нет, как транспорт. И достопримечательность. А транспорт, конечно, это очень удобно. Для детей сколько вон студентов. И таких вот бабушек, как я. Нужен. Ну, нужен. Не все же молодые в городе Владивостоке. Есть и пожилые люди. Очень нужен. И не только как транспортное средство, а как такой транспорт, который является, ну, как бы достопримечательностью. Куда? Ну, работы только начались со вчерашнего дня. Вот сегодня выкатили колеса на вагоне. Надо, короче, под вагоном сделать все. То есть разобрать, посмотреть, заменить, поставить что-то новое. То же самое и под вагоном. Все поснимать, все заменить, чтобы вагон был к следующему периоду ремонта готовым. Менять-то, конечно, желательно бы поменять всю ходовую часть на этом вагоне и на том вагоне. Ну и потом у нас машинное отделение еще есть, там надо все просмотреть.